Всем привет, с вами Снег, и это топ предстоящих новинок. Так как у нас январь на носу и много игр не выходит, у нас будет топ 7. Всех с наступившим 2021 годом, я надеюсь, каждый из вас встретил его отлично, я рад вас видеть на канале. Все, кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал, поблагодарите это видео лайком, а мы начинаем. Седьмое место. The Medium. Выходит 28 января. Это хоррор-игра от создателей Layers of Fear и композитора Silent Hill Акиры Ямаоки. Игрокам отводится роль медиума, живущего в двух мирах, реальном и призрачном. Протагониста постоянно преследуют видения об убитом ребенке, и с целью покончить с ними она отправляется в заброшенный отель. Игрокам предстоит помочь медиуму раскрыть правду и положить конец ужасным событиям, которые начались давным-давно. Мы в роли Марианы будем повсевременно сталкиваться с тем, как по-разному смотрятся одни и те же вещи и действия с различных точек зрения. Создатели игры не хотят делить мир на хорошее и плохое, у нас не будет четких ориентиров, и принимать решения предстоит, делая упор только на свой опыт и представление. Шестое место. Encode. Выходит 26 января. Нео Берлин, 2062 год. Девятилетняя сирота Тина и Сэм 53, огромный неуклюжий робот-телохранитель, живут в самодельном домике на крыше. Их дом расположен в Нео Берлине, страшном мегаполисе, которым управляют корпорации. Тина – дитя городских джунглей. Она научилась выживать в одиночестве, роясь в городских помойках и едва сводя концы с концами. Смешной робот, запрограммированный защищать девочку, повсюду ее сопровождает. Однажды девочка узнает, что отец поручил ей ответственную задачу – довести до конца его план и спасти мир от серости. Пятое место. Cyber Shadow. 26 января. Динамичный экшен-платформер с видом сбоку в научно-фантастическом сеттинге. Мне напоминает старенькую Контру. Мир захватили синтетические формы жизни, отчаянный крик о помощи заставляет главного героя по имени Тень отправиться в путешествие. Пробирайтесь через руины футуристического города Мека-Сити. Вам предстоит обойти ловушки, одолеть орды роботов, киборгов и более десятка смертоносных боссов. А если в бою потребуется небольшая помощь, отсканируйте амибо-фигурку персонажа из серии Shovel Knight и сразитесь бок о бок с ним. Четвертое место. King's Arthur's Knight Tale. 12 января. King's Arthur's Knight Tale начинается неожиданно со смерти короля Артура. На Камландском поле легендарный монарх сошелся в схватке со своим заклятым врагом узурпатором Мордором. Большая часть рыцарей с обеих сторон пала в бою, а короли, оставшиеся стоять посреди гор трупов, в итоге обоюдно нанесли друг другу смертельные раны. К счастью, владычица озера, таинственный дух и хранительница меча Экскалибур, перенаправила тело Артура на волшебный остров Авалон, чтобы исцелить спасителя Британии. Stronghold Warlord. Выходит 26 января. В Warlord вы сможете командовать монгольскими ордами, имперскими воинами и самураями во время осады японских замков и укреплений китайских городов. Побеждайте исторических военачальников с использованием нового оружия и классических юнитов. Впервые в истории Stronghold Warlord каждый военачальник под вашим командированием повышает вашу доблесть и контроль над битвой, позволяя блокировать вражеские торговые пути и удерживать стратегические позиции. Второе место. Everspace 2.
Ранний доступ в январе 2021 года. Это продолжение аркадного космического шутера с процедурной генерацией мира, в котором игроков ждет огромная вселенная, открытая для исследования, множество вариантов космических кораблей и оружия, а также сотни разнообразных противников, которых нужно уничтожать. В отличие от первой части, Everspace 2 предлагает полноценную сюжетную кампанию, в которой игроки смогут познакомиться с другими покорителями космоса и узнать об игровой вселенной побольше. Для успешного покорения космоса игроки должны всячески улучшать свой корабль, выполнять контракты и торговые соглашения, а также сражаться с многочисленными противниками, разумеется, используя огромный арсенал разнообразного оружия, маневренность своего корабля, а также смекалку. И первое место... Нет, это не Cyberpunk. Это Hitman 3, выходит 20 января. От компании IO Interactive. Это драматическое завершение трилогии World of Assassination, в котором геймеры со всего мира отправляются в путешествие по великолепным локациям этой игры-песочницы. Агент 47 возвращается, безжалостный профессионал, готов к самым важным контрактам за всю его карьеру. При поддержке своего координатора Дианы Бернвуд, агент 47 объединяет усилия со своим считавшимся пропавшим другом Лукасом Греем. Их конечная миссия состоит в том, чтобы устранить партнеров проведения, но они вынуждены скрываться и приспосабливаться к ситуациям, поскольку их цель близка. После событий этой игры мир, в котором живет 47, уже никогда не будет прежним. Каждая локация для очередной миссии Hitman 3 тщательно проработана и наполнена творческими возможностями. Для игроков в этом проекте предусмотрена непревзойденная свобода действия и достижения цели, а игровой мир реагирует на все, что они делают. Экзотические локации и динамически реагирующее оружие позволяет игрокам проходить Hitman 3 снова и снова. Это был топ-7 игровых новинок января 2021. Также не забываем подписываться на канал и благодарить видео лайком. А с вами был Снег. До скорых встреч!